Более 150 борцов со всех городов Краснодарского края сегодня в Сочи. В отеле «Весна» спортсменов собрал открытый чемпионат Кубани. Борцы 98 и 99 года, несмотря на юный возраст, борются за медали по-взрослому. Победители получат не только титулы и медали, но и представят Кубань на более серьезных турнирах. Эти данные соревнования являются как бы отборочными для выхода на Южный федеральный округ. В дальнейшем на чемпионате России они формируются, сборная команда России. Возможно, даже отсюда ребята в конце концов попадут в сборную. В отеле «Весна» молодым спортсменам представляется уникальная возможность не только побороться на матах, где схватки проводят олимпийские чемпионы, но и побывать на их мастер-классах. Больше повезло, конечно же, сочинцам. Общение с лучшими борцами мира уже дало результат. Именно сочинцы – фавориты турнира. На этом турнире нахожусь второй раз. Ну, первый раз у меня было первое место здесь давно еще, не знаю, полгода назад где-то. Сейчас я вот отборолся две схватки, дальше будет, вот сейчас жду третий. Сделать турнир более серьезным и продуктивным позволяет не только большое количество участников, но и условия, которые представляет руководство отеля «Весна» всем спортсменам. Эти преимущества и многие другие уже не первый раз отмечают тренеры со всего края. Недавно Александр Александрович Карелин приезжал к нам в зал и делал мастер-класс. Даже после такой тренировки уже мальчишки стали по-другому смотреть на борьбу и по-другому даже вести тренировки. Это была только одна тренировка. А когда попадают сюда, в этот зал большой, где много олимпийских чемпионов мира, они морально в два раза сильнее становятся и два раза лучше начинают тренироваться. Имена победителей станут известны завтра. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.